Алена Вараб'і працуе загадчыкам магазіна 15 гадоў і з'яўляецца пастаянным партнёрам адкрытага акцыянернага таварыства «Гаспадарчыя тавары». Прывабныя закупныя цэны, гібкая сістэма скідак, вялікі асартымент тавараў. Мяне інтересует бытавая група, бытавыя тавары, велосипеды. Ну и в частности для хозтоваров здесь представлен весь ассортимент товаров, которые торгуют у нас в магазине. Оптовый кермаш у таким выгляде проводится тут упершиню. А кроме Алены, яшчэ каля 40 представников малого бизнеса приехали у Гомель из разных кутков в области. Открытое акционерное товариство «Гаспадарчыя тавары» готово задоволить любую заявку в любым ассортименте и у потребным для предпринимальников объеме. Яшчэ и до гандлёвага места сами товар подвезут. Весь товар сертифицирован. Весь товар имеет качественные документы. И те товары, которые на территории произведены на территории Республики Беларусь, и те товары, которые мы заявили, из-за пределов республики. На сегодняшний день «Гаспадарчыя тавары» имеют больше, как 300 договоров с вытворцами этой группы товаров. 85% – белорусская продукция. Предприемство готово сотрудничать с малым бизнесом не только с гомельской пропиской, но и из других регионов Беларуси. Евген Поблавец, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».